CodaShop – официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в CodaShop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет, друг, это Зверько. Вот и настало время рассказать про роум и как его лучше применять. Основное правило. Роумер передает опыт и золото союзнику, который находится поблизости. После 9 минуты боя это правило отменяется. То есть начинаешь получать полноценно свое золото и опыт. Новые эффекты роума активируются, когда ты покупаешь ботинки и выбираешь благословение во вкладке роум. Вот ты выбираешь понравившееся благословение и следующий шаг – накопить 600 золота для активации навыка роума. И вот здесь начинаются сложности. Золото для роуминга отличается от обычного золота. Его накопление ты сможешь отслеживать по иконке внизу экрана, а дополнительный навык «Маскировка» по заполнению желтой полоски вокруг навыка. Да, неудобно, и хрен знает, сколько еще осталось золота, но пока перебьемся и этим. Итак, есть три способа накопить 600 золотых для активации навыка роума. Во-первых, это голда, которую ты получаешь от ботинок роума. Получка небольшая, 10 голды раз в 4 секунды. Конечно, если у тебя меньше всех золота в твоей команде. Следующий способ, когда роум поддерживает голдой отстающего по финансам сокомандника. Такое происходит, если роумер обгоняет кого-то по золоту. В этом случае 8 золотых начисляются тому, кто на 5 месте по голде в команде. Вот пример. Я без роум предмета и получаю плюс 8 золота. Это потому, что один из моих тиммейтов с ботинками роума, и у него больше золота, чем у меня. И последний, самый выгодный способ. Это бонус золота, получаемого за поддержку убийства. За само убийство бонус не дается, только за ассист, поэтому не стиль чужие фраги. За ассист начисляется плюс 30 золотых сверху, и они учитываются в накоплении. Напомню, что в накоплении не учитывается золото за убийство героев, миньонов и крипов. Но что будет, если два игрока решили купить роум? Все просто, они замаются ждать разблокировку навыков роума. Потому что система будет начислять золото только игроку с самым низким запасом золота. То есть один будет получать золото от своего роума, а второму ничего. Вот поэтому должен быть только один человек в команде с роум предметом. Голда будет начисляться с одного роум предмета, с того, кто отстает по золоту. Что будет, если два человека с роумом каким-то образом обгонят игрока без роум предмета? Я не проверял. Но по логике системы, наверное, от самого передового роумера будет передаваться по 8 голды. Проверять геморно и смысла в принципе не вижу. Весь смысл выгоды от роума – это отдать союзнику голду в начале фарма, а самому получить более сильный предмет со временем. Ведь сила предмета роума пропорциональна накопленному золоту, свыше упомянутых 600 голды с помощью предмета. Например, взял ты ботинки маскировки, накопил 600 золотых роумом, у тебя активируется навык. А чтобы с навыка получать максимальное ускорение, тебе таким же макаром надо накопить 2000 золота. И при применении навыка ты будешь получать 75% ускорения, а не каких-то 30%. Геймплейно все просто. Играешь как обычно, набиваешь ассисты, а предмет усиливается. Для новичков поясню, золото тратить можно на закупку предметов со спокойной душой. Кроме того, если ты надумал сменить благословение, просто продаешь ботинки и покупаешь другие с новым благом, и все накопленное роумом золото останется у тебя. Не нужно будет заново копить. Давай пройдемся быстро по благословениям роума. Начнем с маскировки. Это единственный активный навык роума. Ты и твои ближайшие соратники исчезайте с глаз долой. Не отображайтесь на карте. Получайте ускорение бега от 30 до 75%, что очень дофига. Все это счастье длится 5 секунд. Из невидимости выкинет при нанесении или получении урона. Этот навык удобно использовать для ганга и для внезапной инициации боя. Прибытие и возвращение не выводит из маскировки.
Благо, поощрение. Увеличивает скорость атаки, а также физическую и магическую силу союзным героям в радиусе 3 корпусов. Применяется для увеличения урона вашего главного и оберегаемого дамаг-дилера. Обычно стрелков. Москов, Ван-Ван, Натана. Кстати, на него недавно гайд вышел у меня. Не забудь посмотреть, я проверю. Кстати, этот баф также усиливает тебя самого, а накопление золота увеличивается физический и магический бонус. Дальше – благосклонность. Суть проста. При применении исцеления или щита, ближайший союзник получит дополнительное исцеление. Если союзника нет, то ты сам получаешь бонусный отхил. Перезарядка составляет всего 15 секунд. Очень удобная штука для саппортов, у которых есть частый отхил в навыках. Например, Минотавр, Рафаэль, Ангела, Эстас и так далее. Однако, навыки, которые действуют только на тебя, не триггерят это благословение. Например, первый навык Эсмеральды. От накопления золота увеличивается сила исцеления. И последнее благословение. Острый удар. Работает это так. Когда у противника здоровье ниже 35% и ты наносишь ему удар базовой атакой или навыком, то тут же срабатывает острый удар, который нанесет урон и магии, и физической атакой в процентах от максимального здоровья цели. Чем больше голды ты накопишь, тем сильнее урон соответственно. Это по сути благо добивания, и что забавно, оно срабатывает вместе с карой. Это благо подойдет поддержке с хорошим уроном, Гроку, Матильде, а может еще кому, пробуй, экспериментируй. И на этом все. Я надеюсь, доступно объяснил применение и фарм Роума. Если что упустил, напиши в комменты. А на этом я прощаюсь. Скорее всего, когда ты смотришь это видео, я уже стал на год старее и нахожусь в отпуске. Может, чего в Инстаграм выложу. Ну все, пока-пока и удачных боев, друг. Тупый яд, вот так ушел, мертвый отряд, они жили.